Добро пожаловать на канал Europlay. Сегодня я вам покажу интересный стелс. Мы будем проходить ограбление банка в одиночку по стелсу. Итак, я беру два мешка для трупов, ключ от хранилища. И также я вам показал, с каким оружием буду играть на этой карте. Смотрим заставку. И начинаем. В первую очередь я хочу попасть внутрь, чтобы заполучить карту. Прохождение у нас должно получиться очень скоростным, поэтому я максимально выкладываюсь. Итак, беру карточку. Она поможет нам получить доступ к камерному отсеку. Вставляю карточку и вырубаю первоохранника. Я вообще-то пиццу хаваю. Чего мне мешает вообще? Упаковываем и кидаем мешок на стол. А вот и еще один охранник. Вообще, на этой карте складывается ощущение, что я наблюдаю за охранниками, а не они за мной. Сейчас посмотрим, куда пойдет этот охранник. Но, к сожалению, охранник не пошел туда, куда я думал. Ну ладно. Посмотрим, что творится на другой стороне этого здания. Так, здесь никого нет, значит, наверное, на крыше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто-то попался. Отвечаем на пейджер. Ой, пейджер. Упаковываем. И уберем мешок в безопасное место. Здесь осторожно, рядом окна. Причем они настолько прозрачные. Через них очень хорошо видят наши движения. Любой гражданский, любой охранник. Мы кинули мешок в безопасное место и берем три мешочка. На самом деле это не самое безопасное место для мешков, но так как я лежу за охранниками больше, чем они за мной, поэтому я знаю, что я делаю. Опа, а тут оказался менеджер. Напугаем его. Так, мы его напугали, но друг нас спалил какой-то гражданский. Свяжем его. Так, я посмотрел на улице. Нет никого больше из охраны. Скорее всего, все внутри. Да, вот. Вот он, один охранник. Иногда эти охранники выходят наружу. Так что будьте осторожны. За охранниками внутри здания можно наблюдать камеры. Вот и убираю наших заложников в безопасное место. У нас теперь есть заложники. Посмотрю-ка я на крышу, что там происходит. Здесь никого нету. Так как у меня мешка нет, я быстро очень передвигаюсь. О, я прям на лампу запрыгнул. Делаю первый рискованный шаг.
Я вырублю этого охранника, а заодно напугаю все гражданские, которые находятся на этой стороне. Пугаю. Ребят, ну как бы это? Ложитесь уже. Самое время ответить на пейджер. Я тихонечко хожу и порядок навожу. Пи-пи-пи. Так, ответили на пейджер. Взяли посылку, хотя на самом деле хотели сказать одного. Ну ладно, давай. Еще сказали одного. Все, все заложники связаны. Теперь нам надо срочно упаковать этого охранника и забрать вот этого заложника. Потому что он на очень опасном месте находится. Насколько опасно, вы увидите прямо сейчас. Только я убрал этого заложника, как тут же появился охранник. Вот. Сейчас нам невыгодно убирать этого охранника. Подождем, когда он будет более безопасным. Я решил не ждать этого охранника, взял термобур, и сейчас он, конечно, его устанавливает. Так как у меня есть скилл бесшумного термобура, то данный охранник его не спалит. До тех пор, пока его не увидит. Итак, запускаем термобур. Вот я вижу этого последнего охранника. Стреляю, не попадаю. Стреляю, попадаю. Отвечаю на пейджер. Я всегда с собой беру пейджер в правую руку. Пип-пип-пип. Ответили на пейджер. Упаковываем. И прячем мешок. Потаем халявных денежек. Так, пока работает термобур, там время собирать посылки и надо посетить вход в банк. Ребята, это вообще-то ограбление. Ляжьте по-хорошему всем. Угу. Давайте. Ой, не надо бегать. Не-не-не. Все, ложитесь и все будет хорошо. Спасибо. Так, мы всех напугали. Так как у меня есть два генератора помех, я открываю им эти банкоматы. Забираю тут немножко полянку меньше. Пошел второй банкомат. И забираю еще. Теперь самое время, пока работает термобур, собрать оставшиеся халявные деньги и собирать эти посылки. Вы, кстати, можете запомнить, и они расположены. Справа наверху, благодаря моду под названием Foxhood, вы видите, сколько посылок осталось на этой карте. На данный момент их 6 штук. Я прохожусь по тем местам, где обычно они бывают. Гиперпрыжок. Я у того места. И периодически я попугаю наших гражданских, чтобы они не встали и не позвонили. Сломался термобур. Надо срочно его отремонтировать, чтобы времени не терять. Ремонтируем. Ой, нам повезло. Термобур отремонтировался сам. Бывает. Пять посылок нам осталось, вот еще. И
всего осталось две посылочки. Вот я увидел гуляющего гражданского. Кто-то встал и хочет позвонить. Давайте его напугаем. О, ну я же вам попросил. Ну лежите. Лежите спокойно. И никто не пострадает. Скоро термобор завершит свою работу. Я по-прежнему ищу последние посылки. Все, нам осталось всего одна посылка. Еще чуть-чуть, и дверь хранилища будет просверлена. Эти посылки не так уж прям критически важны. Пока я пытался открыть дверь, уже кто-то решил позвонить. Пугаем его. Лежать. Снова подбираем ключик. Еще ключик подбираем. Сейчас нас ждет разочарование. Мы проделали столько усилий, а оказались внутри только клиентские ячейки. Я открываю одну ячейку, забираю маленькое содержимое и ухожу с этой карты. Кто-то еще хочет позвонить, не дадим ему эту возможность. Лежать! Лежать. Всем лежать. Ребята, давайте жить дружно. Вы мне не мешаете. И я вам не мешаю. Итак, пока заложники занимаются йогой, я пытаюсь найти последнюю посылку. И вдруг я вспомнил, что она находится возле машины. Забираю посылочку, и мы проходим эту карту по стелсу. Я вам показал, как пройти ограбление банка по стелсу. С вами был Юрок. Подписывайтесь на новые видео, ставьте лайки. Пока-пока. До новых встреч.